Это у одного охотника собака попробовала на охоте водку. Ну и, соответственно, к водке пристрастилась. И вот, как охота, собака в хлам. Охотник смотрит, собака никакая, не берет ее на охоту. Как на охоту, собака опять в хлам. Хозяин, да что такое, ему это надоело. Он вечером приходит с охоты, на которой ничего не убил, и говорит: слушай, дорогая, скоро ты будешь искать нового хозяина, меня такое не устраивает. Я тебя кормлю, я тебя пою, а на охоту хожу один. Собака такая: да ты шо, хозяин, я вообще не бухаю, я просто устаю, бегаю, тренируюсь. Давай завтра поедем на охоту. Где там твои утки, зайцы, куропатки, глухари? Охотник такой: ну подожди, подожди, насчет завтра. Давай сегодня разберемся. Вот ты сейчас пьяная или нет? Да не пьяная, просто устала. А что, говорит, от тебя пахнет так? Что от меня пахнет? Это просто, говорит, во рту зубы у меня гниют. Говорит, странно. Ну ладно, а ну полай. Полаять. Лайла, 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 лайла.